Смотри, твой фокус всегда там и на том, чего тебе катастрофически не хватает. Не на том, что у тебя уже есть, либо чего ты якобы хочешь. Заруби себе это на носу. Сидит клиент, распинается передо мной. Я честный, я очень честный, значит, брешет. Я добрый, вообще-то я добрый, не вспыльчивый, значит, все наоборот. Я умный, я очень умный. Я много читаю, значит, глупости хоть отбавляй и тупит часто. Потому что так устроено мое и твое мышление, друг мой. Хочешь быть счастливым, значит, думаешь только о недостатке энного. Хочешь быть богатым, значит, думаешь постоянно о том, что денег не хватает или их попросту нет. Вот такой вот парадокс. Хочешь качественно повысить уровень твоей жизни и изменить все на 180 градусов? Ставь плюс, учись и удивляйся.